В Астанинском экономическом форуме, который начнется 21 мая, примут участие представители Европейского банка реконструкции и развития. В рамках прошедшего в Тбилиси ежегодного заседания Совета директоров отечественная делегация представила партнерам инвестиционные возможности Казахстана. Договоренности, заключенные в Грузии, найдут свое продолжение на площадках форума в Астане. Астанинский форум является дополнительной вот той площадкой или механизмом нетворкинга и создания каких-то новых контактов. Нам отрадно видеть, что руководство страны на сегодняшний момент очень четко понимает необходимость зеленой экономики, необходимость поддержки энергоэффективности, необходимость поддержки механизмов и возобновляемых источников энергии. И в этой связи мы готовы поддержать правительство конкретными проектами, финансированием конкретных проектов, что мы уже делаем. Нами подписан первый проект «Ерментау», это ветряная энергетика в прошлом году. Мы надеемся подписать наш первый солнечный проект в этом году.